Антон, но уже... у меня есть, я думаю, что еще один шанс, я буду бороться в Пхёнчхане за самые лучшие места. Валерий Николаевич сказал, что ты в отличной форме был. Вот сейчас можешь понять, вот, то есть сейчас он говорит, что ты обязательно что-то возьмешь золото. Вот что вот не хватило в личном году. Сейчас вот можешь проанализировать? Ну, я думаю, меня сильно очень подкосил первый спринт, когда мне не хватило габарита до золота или там нескольких секунд до бронзы. И я каждый вечер думал об этом, и это мне мешало. Очень много эмоций, очень много сил вот это именно тратило у меня. Перед каждым сном я... перед каждым, да, сном...